Ну а если продолжать разговор про нестабильную погоду, то вот вам информация про завтра. Ночью у нас минус 10 и снег. Днем пойдет уже мокрый снег, утром у нас минус 5 градусов, днем плюс 1 и сильный порывистый ветер, ну а к вечеру похолодает до минус 1. Всем хорошей погоды!